Это как бы одна женщина все равно. Как в каждой женщине присутствует и Махмене, и Шейрин. Поэтому по-разному. Сегодня, может быть, ну это так я временно, конечно, не сегодня, завтра, но в какой-то момент вижу Шейрин, в какой-то Махмене Бану, потом это зависит еще и от моего возраста. Чем я старше становлюсь, наверное, тем мне больше Шейрин нравится. А может, Махмене Бану. Как мужчина, я бы, конечно, женился на Махмене Бану. Сейчас я вам скажу, почему. Потому что женщина, которая смогла ради жизни, да, своей сестры стать, как бы сказать, помягче, некрасивой, не будем говорить, уродиной, да, там, да, некрасивой. Вы знаете, не каждый человек в жизни на это способен. Я думаю, я не очень уверен, нет, с теми Шейринами, которые я танцевал, некоторые бы они поступили бы так же. Но есть некоторые Шейрины, с которыми я танцевал, они бы так не поступили.